сердце бьется все чаще и чаще. И уж я говорю, не папа. Оказывается, работники медиацентра любят петь. То, что обычно мурлыкалось под нос в коридорах или за компьютером, выплеснулось на сцену. Выступление многих стало настоящим открытием. Вот, например, Анастасия Щеглова, ответственный работник радио «Трансмит». Каждый день делает по 10 выпусков новостей о самых важных событиях в области и стране. На конкурсе от серьезности не осталось и следа. Подходит под мой темперамент. Тоже люблю завоевывать, так что эту песню выбрала. Есть чуть-чуть волнения, все очень клево поют. Уровень соревнующихся действительно был достаточно высок. Репертуар от романсов до современной танцевальной музыки. Каждый выбрал то, что по душе. Я не руководствовалась тем, что попроще. Я руководствовалась то, чем повеселее будет песня, тем лучше. Среди участников работники «Голоса Череповца», газеты «Речь», «Русского радио», «Трансмита», канала «12», «Провинции». У каждого участника свои болельщики. Они не только хлопали, хором подпевали. Очень было трудно петь, потому что не репетировали. Получается, материал незнакомый. Караоке. Первый раз просто вижу эту шайтан-машину. Выступление оценивало жюри, разборчивое и строгое. А первое место на конкурсе вокалистов заняла Лика Светлова, диджей «Радио Трансмит». Вот таким выдался минувший понедельник в караоке-ресторане «Сатурн» для работников медиацентра. Не тяжелым, а очень даже музыкальным. А это значит, что отличное начало недели положено.